Друзья, не пропустите зимнюю распродажу на ImbaShop. У вас есть шанс погонять на крутых тачках в новом Need for Speed Unbound за какие-то 259 рублей. Или же испытайте свои силы и попробуйте пройти Elden Ring всего за 279 рублей. В нашем магазине вы найдете как свежие релизы, так и классику по самым вкусным ценам. Rust за 179 рублей, Cyberpunk 2077, CSGO Prime и многое другое. А также в честь праздников гарантированный подарок за покупку. Делайте заказ и получите 500 рублей на Steam или игру стоимостью до 1500 рублей. Все ссылки вы найдете под видео. Спешите, пока акция не закончилась. Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня мы с вами вновь сыграем в режим Thundercode RPG. В измененная новая карта. Ну как, новая старая. Для кого как, в зависимости от того, когда вы смотрите этот видосик. Но в любом случае, карту полностью переделали. И мы сейчас будем потихонечку на ней обосновываться, так сказать, да, изучать ее и смотреть, что в ней вообще интересно. Играть будем за Underworld, да? Герой довольно интересный, в принципе, с первых минут он может фармить вот этих вот замечательных крипов, плюс он всю игру стакает на себе урон, так что посмотрим, сколько будет под конец. В принципе, бонус урона 2 за крипа, здесь нужно фармить крипов. Вот, и посмотрим, сколько всего будет у него настакано. Также в плюс он еще и такой немного маг, который неплохо дамажит своими скиллами, по которым давайте сразу пройдемся. Значит, первый скилл, ну, стандартная волна. Чем больше прокачешь, тем больше урона от горения, от самой волны. Но единственное, я не знаю, как в основной доте, ну, здесь убрали... Здесь убрали полностью какие-то процентные соотношения нанесения урона. Вот. Что, в принципе, без разницы. Конечно, прикольно, когда у крипа очень-очень много статов, и ты ему такой просто говоришь: привет, у меня есть для тебя одна интересная штука под названием процентный урон от твоего максимального здоровья, но нет. В принципе, ой-ой-ой, больно. Жить. В принципе, я думаю, Underworld сам по себе будет неплохо себя показывать, потому что тут, как обычно... Ух ты, мешочек. Тут, как обычно, сильные физовики. А Underworld, он и физовик, и маг. Спустите замедление. Так что посмотрим. Плюс у него еще вот такая вот интересная есть вторая способность, которая любой вошедший юнит будет обездвижен, получит повышенный урон от нашего героя. То есть на... 60% больше урона будет получать. Довольно интересно, я еще не тестировал, но надо будет обязательно посмотреть. То есть, в принципе, мы первый, второй кидаем, и там, по идее, должны вообще все умирать. Как это будет работать в действительности, черт его знает. Ну, то есть, на следующих этапах фарма. Вот, но если что, всегда можно просто взять и с руки наковырять. Так, давайте вот эти вот два зацепим. Третий так с руки. Опа, и сюда. Горишь? Ах ты жук на Люцифере. Случайно. Он тикнул не вовремя. Возможно, у нас получится довольно быстро закончить первый этап. Все-таки мы играем не на самых высоких уровнях сложности, потому что и я уже почти ничего не помню по этой кастомке. И, в принципе, ребята здесь, допустим, Люцифер, который вообще почти не играл в эту кастомку, Дима там нового героя пробует, надеюсь, он будет довольный болой. То есть посмотрим, насколько быстро, конечно, когда 5 человек сидит и шарит, что нужно покупать, где что качать и так далее, это куда приятнее. Но уже как есть. Так, рефрешеры нет, да? Отлично. Может быть, на соло как-то вытащим побыстрее. Так, давайте возьмем маску и доделаем с вами БФ. Что тут имеет много интеллекта и моноригена при этом? Вот что. Интеллекта, а не маны. Там нормально. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет больно. Можно на самом деле снижение урона взять. Да, вот так поприятнее. Так, где-то там крыса бегает. Убивай. С магических, ну смотри, зайди в улучшение и смотри на предметы магия. Ну, тебе возьми, тебе обязательно нужен будет тридент, тебе обязательно нужен будет стоун,
В принципе, чтобы танковать, можешь взять себе вот этот Enchanter More и можешь взять себе Ганим Роб. Ты будешь Enchanter More, он как типа щиток медузы работает, а Ганим Роб дает неплохой магрезист. Не магрезист, а регенерацию маны. Вот. Также тут еще есть предметик. Вот, да, вот этот предмет, который там мультикастит, что-то, короче, что-то интересное. Если ты вдруг не то место зашел, ты по фарму. Тут вот дальше есть еще. Я потерялся, как просто Enchanter Armor работает. Так, ну что, мы в принципе начинаем разгоняться. Давайте соберем с вами Берсерк Армор. Штука полезная, штука для нас нужная. И крыс убежал. Ультимейт мы пока не качаем. Ультимейт, кстати, ну хотя давайте вкачаю, я вам просто покажу, как это выглядит. То есть я прожимаю, в области начинает вокруг меня юниты получать урон. Ой, крыса. А я ее могу подержать? Не, я держать не могу. Получает урон, значит, юниты в этой области в течение там 6 секунд. А потом под конец она как бы взрывает и повторяет весь нанесенный урон за время действия скилла взрывом. Так, ну надо нам дальше апать БФ. Проходили мы, кстати, на стриме эту кастомку до конца. Два круга, точнее, сделали по ней. Вот. И что хочу сказать, что, в принципе, ну, я не вижу особого смысла играть ее прям до бесконечности. То есть тут вроде круги не ограничены, то есть ты убил главного босса, после чего тебе предлагают продолжить играть в эту игру. Ты появляешься с какими-то вроде с такими же статами, но при этом крипы становятся сильнее, и у тебя нету предметов. То есть ты как бы начинаешь фармить заново. Плюс тут есть всякие какие-то интересные пасхалки, каких-то там героев можно заменять. Ну то есть что-то пытаются, придумывают разработчики с этим режимом, и это довольно похвально. Молодцы. Давайте 10% урон заклинаний. Ну, в принципе, можем еще вот так вот делать. То есть дополнительно подфармливать. Благо у первого скилла довольно небольшой кулдаун. Давайте кинем. И там они довольно быстро погибают. Ой, крыса. Ладно, не люблю. А сколько за нее дают вообще? Ладно, ну нормально дают, то что денег прям сыпят. Рандомно же. От 1 до 1000, по-моему. Ну, ты сейчас прям 1000 вроде насыпало. Так, ты там Кингсгварды, Кирасы, все это делаешь, да? Да, уже. Такая техническая пауза небольшая. По закупу. Что значит я сегодня думаю сделать? Благо у меня есть человек, который затарит мне все необходимые ауры. Вот. От нас остается только выходить в максимальный урон. Я вот не знаю, стоит ли добавлять сюда магический какой-то дэмэдж. Но это мы, в принципе, на практике чуть позже проверим. А так, я думаю, пока достаточно вот взять максимальный БФ. Так, а с какого там? Надо уровень, наверное, прокачать. Пассивочку, к сожалению, кроме как... пассивочка, к сожалению, не дает прибавку по дэмэджу получаемому, но при этом снижает входящий урон по тебе. Что приятно, определенно.
Я что-то не заметил, успел я первый раз нажать или нет. Да, да, все, все. Так, опять у нас тут крысковарийское золотом срет ходит. Ты смотри, как запряталась. Я так понимаю, без разницы, убивать ее, не убивать, просто можно этот... А вот смотри, ты ее здесь убил, она просто кучу здесь оставила, мне кажется, да, убивать, да, если да, больше да, да. Так, вампиризму. Давайте снижение урона по себе порежем, значит, и что я хотел еще взять? Мне... Я выкинула. Что это такое? Это теперь курьер такой? Нет, это никого не класс. Это некро? Выкинул, да. Ну, зайди, зайди по новой. Захожу. Так, тут есть такой интересный предмет с башами. Алебарда сильная, кстати. Давайте, наверное, с критами что-то попробуем для начала. Не пробегал. Да, тут определенно придется играть еще и через магию. Кто сказал магия? Я тут не. Не-не-не. Я такой довольно слабый. Пока что. То есть ты можешь вот этим типом теперь фармить? Да. И плюс, иди, плюс. Добей, добей ее. Покачать. По 300 криты вылетают. Неплохо. По 200. Это он первого уровня, еще можно качать. Так, там кираса, кираса есть уже, да? Обе. Что-то прям очень слабо я их пробиваю пока что. Можно было бы получше. Дизоль может еще добавить. Слушай, а под вот этим скиллом явно чувствуется больше урона прилетает. О, рунки. Рунки, кстати, много дают. Это криты твои? Что-что? Криты твои у тебя? Ну вот это мои летят. А твои не знаю как. А, нет, я подумал это аура, но нет, они только на скелете. Так, тут какой-то предмет для баши есть. Забыл, как он называется. С башера делается. А вот он. Есть смысл медать рейдить или что-то вместо него лучше? Ну, на перспективу, да. Так, ну давайте, наверное, алебарду соберем. Полезно против боссов. Так, погнали, убьем первого Рошана. Здесь нет места надежды. Давай-ка лучше я начну. Отлично, один есть. На следующий. Так, тут зеленый, тут зеленый. Ага, еще один Рошан нужен. Тут что у нас? Тут вообще следующий.
Ага, и тут тоже зеленый. Так, ждем next рошу. А, ну можно еще, кстати, и вот это вот тоже апнуть. По идее, довольно быстро должны появляться. Хорошо. Вот эта вот фигня взрывается, конечно, забавно. Я так понимаю, это еще и на иллюзию с этого работает. Как его зовут? Сабли. Это прям вообще круто. Так, сможете одного Рошана сами забрать? По фасту. Чё-то мне кажется, от твоего хрена урона больше, чем от меня. У него всего 200 урона, 40, и все. Он умирает. Ну да, вспышка справа, прям вообще классная тема. О, крыска. И что, и все? Что-то прям мало. Не дал мне один раз заюзать. А я же один так. Раз его нажал. Ну, тебе, по крайней мере, один раз нажимаю. А второй раз это у меня Карин. Прорывай еще урон. Вот это давайте, в принципе, все сделаем. Здесь за максим. И вот это вот. А, ну, в принципе, все под максим. Он не туда зашел. Так, ну здорово, брат. Давай проверим, насколько ты сильный. Не сильный. Я думаю, можно, в принципе, пойти next локу открыть. Хотя, наверное, еще одного зеленого заберем. Господи, это замедление прям аж кошмарит. Где крыса? Ступаю, куда мне угодно. Думаю, тут можно БФ апнуть. Просто босс отваливается. Я даже ульта не успела до конца. Книжка с босса выпала. А какая? Красная? Синяя. Или синяя? Глобал? Ладно, давайте еще одно. Прям очень регена не хватает какого-то. Ребят, там пофармите, да, этого зеленого. Я на next пойду. Так, надо выпить эту вот фигню, чтобы дэмэдж не получать. Давайте сначала проверим себя здесь. Ну, я думаю, прекрасно все работает. И тут, в принципе, можно сразу криты апнуть. А меня зеленый соло убивает. Не успеем, да, его? Ну что, не справляетесь с зеленым? Моя соло не справлялся. А белка?
Надо било его. Мне не хватает вообще. Так, зеленый. Я думаю, надо. Надо ББФ апнуть, чтобы побольше брони срезать. Прикольно, он за счет этих башек прям вообще ничего не делает. Даже в подкоп свой не уходит, вонючий. Прям идеально. Я вот думаю, трident какой-нибудь взять. Либарду может и не брать. Да, денег фармить тут смысла нет. Мне, кстати, силы надо побольше. У меня вот этот за счет силы много урона наносит. Может, какую-нибудь тараску взять. Какой предмет больше всего силы тут дает? Десять к себе. 270. 315. Вот это 315 получается. А, вот. Вот этот надо будет предмет определенно собрать. Одну и идем на next local. А хотя не нужен, а можете еще раз Рошана, пожалуйста, убить? Умер. Ого, денег. И так урона много стало. О, крыса только появилась. Теперь 35 штукарей. Ужас. Сколько еще 25? Да вы издеваетесь. А, не успел выложить. Так, ну зеленый мне уже точно не нужен. Ладно, погнали next локу. Нам нужен... Подожди. Да я иду. Вроде правильно. Вроде нет. Да. Определенно сюда.
тут нужен нам горячий чай, чтобы не замерзать постоянно. И самый такой противный герой, босс точнее, которого нужно как-то раздамажить, это аппарат. А чё пробежали мимо все? Вечно путаюсь, где он спрятан, этот аппарат. А белку можешь убить СК? Зеленого тоже можете одного последнего? А я на next пока выйду. Если я правильно иду. Вроде правильно. Да, нет, походу я на Зевса иду. Да, я на Зевса иду. И не больше здесь. Урона. Господи, как все запутано. Так, нет, это к Виверне, это вообще потом. А вот и пойду. Сейчас где-то тут он был. Да? Нет? Да, я на правильном пути. Вот, определенно он. Ой, прикольно, он в тебя кинул. Правда, толку от него нет. Ну да ладно. Так, апаем сначала БФ. Давайте купим книжку, чтобы поменять скиллы местами. И можно было, в принципе... Ага, ничего мы не купим. Ладно, ждем. Так, что мне следующее? Наверное, баш. Явно быстрее стал отваливаться. Так, после баша, наверное, вот этот предметик. Где моя зеленая сфера? Это нам уже не надо. Денег, в принципе, бабки не проблема, как говорится. Жалко убрали книжки. Было прикольно, когда было вот так вот миллиард статов. Тихо. Ты чё начал бить меня? Алло. Давайте криты апнем. Белка, не хочешь на красного выйти пока? М? Он где-то вот тут. Если бы ты красного убивал, было бы вообще чудесно. Ты куда вылез? Ну, прокачать первый. Угу. Или хотя бы захватите, чтобы тпшиться туда можно было.
Ладно, он успел кинуть в меня говно свое. Стоит вот сейчас на тебя тпшнусь. Дадзи? Ай, не купил. От заморозки. Че, не успею его добить? Успел. А у тебя тоже алебарда, что ли, есть? Ну, давай тогда нет. Сначала я кидаю, потом ты. Не, всегда так кидаю. После меня? После тебя. Хорошо. Белка, ты что тут делаешь? Он вышел вроде. А у меня вылетел. А, я понял. Так, еще два надо, получается. А нет, один вру. Захватил, хорошо, погнали, next. Красненький. Ты захватил? Сейчас разберемся. Не пойму. Захватил вроде, синяя же. Ну да, а где босс? Или он не тут? И грипов нет? Аж грипов нет. Может, из-за того, что он отключался? Что-то сломалось? Что случилось? Да ладно, сломались. Блин, а без этого мы не пройдем. Нужен красный, красный, красный. Не все карты черные. Потому что переподключался. Так, ну тут Зевс. Короче, в момент переподключения... Не, ну это бред какой-то на самом деле. Дайте мне босса, алло. Так, ну давайте я, наверное, сейчас просто... Сделал какой-нибудь рестарт и дойду до этого момента, продолжу запись этого момента, потому что, ну, не прикольно, тут должен босс появляться. Так, ну что, момент истины. Надеюсь, все заработает. Сейчас смотрим на мини-карту. Если начнут прыгать маленькие белые точки, то все хорошо. Да, да, думаю, все хорошо. Крипы вот есть, все замечательно. Ой, залезай в меня, курьер. Я не могу тебя собрать. Она собралась. Ну давай. Что-то у тебя там столько всего. Все, ломаем тогда красного. Так, на красного первого, наверное, вот это возьмем. Ну, как замечательно он отваливается. Бум. Там еще два синих будет, да? О, как без хорошо. Падрики, кстати. Через доминатор, через некроманикон, вот просто в скелета залезать можно. Да? Неплохо. Я вот попробовал на Сантинге, я там залез, я вот спокойно его забирал почти. Это с какими предметами? Синими? Это, по-моему, скелеты тогда были. Нормально. Да.
Да, вот эти баши, которые вообще ничего не дают сделать, это сильно. Книжка была. Книжка? Но мне эта книжка пока ни к чему. А вот уровня подзакупить, я думаю, можно. Синяя же книжка. Вот. Синий еще один? Да. Еще одна книжка. О, слушай, мне второй раз дает сало. Прикол. Давайте попробуем что-нибудь посвапать. Вдруг какой-нибудь интересный скилл. Он, кстати, от силы хороший. Мне пассивку надо, а то не могу, к сожалению, поменять местами скиллы. Появился. Так, ну прожимаем вот так. Довольно много урона. Да. Прям парень отваливается. Еще одна книжка. Господи, говно скиллы. О, дисперсия. Не думаю, что она мне как-то поможет на перспективу, но... Но это дисперсия. Ой, какой замечательный скилл. Ну его тоже нужно прожимать. Ладно, ничего из этого не хочу. Дайте мне какую-нибудь пассивочку классную такую, чтобы не страдать с прожиманием скиллов. Синий еще кому-нибудь нужен, нет? Синий-то какой? Аппарат. Ну я не знаю, это ядро какое. Мне мистикор, короче, нужен. Мистик это вроде Сэмкин. Разве? Я просто не понял этого, я бы и сам забрал. Ладно. Мне вон нужна Виверна. Виверну сейчас пойду, вот буквально еще одного красного и иду на Виверну. Капец, мне этот бестеркармор, конечно, хпшку съедает жестко. Так, наверное, вот сюда, если не ошибаюсь. Да, вот этот просик. Алебарда прям читерская какая-то тема. Кинул на босса, он вообще никакие скиллы ничего не прожимает. Ага, понимаю. Просто умирает парень. До свидос. Так, ну что, фармим тогда Виверну. И идем next. Можно пока, в принципе, почитать книжки. Поискать какие-нибудь интересные пассивочки. Все не то и все не так. Телепортик есть у кого-нибудь, да? У меня есть. Телепортик, который... А может, вот сюда-то пошнуть? Нет.
Ну, я могу на тебя тогда что-то. Обычно ты прилетаешь. Что? Гирокоптер? Да. Что, к тебе прилететь или что? Не-не-не, я имею в виду просто на следующий локу у нас. На следующий локу телепортика больше всего. А ты имеешь в виду какой-нибудь телепорт фуры? Да, по типу этого. Ну, по типу этого я кроме телепорта фуры ничего не знаю. Рац, интенс, ну, по типу этого невидимый чикен есть. А, ну, кстати, чикен, который здесь есть, он это может сделать, кайф. Но умирает, наверное. Дополнительная скорость атаки 40. А почему бы, собственно, и да? Переключаем. Так, все, я эти книжки больше не поднимаю. А черный у нас появляется на эсэфе, да, вроде? Да. Сколько там? Два смаша там нужно для максимума? Или поменьше? 0.21. 0.10. А зачем он шарды нужны вообще? Ну, а скорость атаки новая, игра по желанию. Да и вон, на аппарате ничего помогает. Там скорость атаки режется вообще в ноль. Ну, мы новую игру вряд ли будем начинать. Не вижу в этом какого-то сильного смысла. Ну да. Я один раз начал новую игру. Накопил 100 лямов золота, знаешь, такое. Дома, блядь, у меня тут куча книжек. Ноль книжек. Подстава какая-то. Знаешь, почему? Почему? Потому что книжки теперь даются за количество оставшейся жизни. А на харде их бесконечное количество, так что книжки тебе не даются. Понял. Так что да, подстава. Да еще. Ты смотри там. Осторожно. Серьезно? Вызывать босс. Так, сколько лебарда бьет? Ну что, давай. Куб открывай, беги. А, я на тебя. Я на тебя тпшнусь. А ты по кпшку берешь на Асафа, да? Ну вот, куб же побежал туда. Не, имею эту по кпшку на Асафа. На босса самого. Думаешь, надо? Ну, обычно берут, чтобы жить. Ну, давай, возьмем. Мне получается тогда нужен ее можно перекладывать. Даже не знаю, наверное, вместо критов. Давай, чикен, лети. Да, кстати, сейчас играть с курьером прям в разы приятнее. Ну да. Курьер, который может тут отобраться. Угу.
ось это все. Беспроблемно. Но мне кажется, это скоро поправят. Ну, по 150 уровень есть, да? Сакс. Беги на СФ. Сейчас день. Пику потихоньку. Так, 5 секунд. Это игра. 5, 4, 3, 2, 1. Еще не время. Залезай. И погнали. Ой, слушай, а сложновато его пробить. А, поближе к этой цене-то. Не, реально сложновато. Ну, не то чтобы прям Валя. Совсем. Ну, ПКПшка решает 10 секунд. 6. Так, что у нас? Тритон получается. И следующий заход. Можно я убью их? Тихо, 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 ёб твою направо. Ну что ты? БКП, такое? Жми, БКП, жми. Так нет у меня БКБ. Я понял. Че, убиваю? Что ж за поставу вы это делаете, а, ребята? Ладно, убивай. Ну. Я побежал тогда с курьером на Зевса. Не. Подожди, а что там еще? Алебарда. А, ну все, мне даже... А, не, есть вот криты, еще можно апнуть. Так, чаек выпил. Побежали. Интересно, он сам найдет, как пробежать туда? Думаю, вряд ли. Интересно, смогу ли я его вообще пробить? Что-то пробивается. О, бухов, это вообще тема. Я думал, что с тридентом, мне кажется, с моего первого скилла там, блин, нормально бы урона прилетало. Хотя такое посредственно. Так, я шмотку одну интересную нашел. Что-то наподобие доминатора в КХЧ. Усиливает скелета с некромоникона. Можно точно пробовать виспать или некромоникона. Только не в соло варианте. Просто не в соло варианте. Как-то, думаю, можно попробовать. Блин, взять, не взять тридент. А Виверну можете забрать кого-то? Иду за первого. Так, кому-нибудь еще нужны эти души? У меня нет. Давай для красоты пятую душу. Мне должно хватить. Стакается типа Firestorm. Так, а что за Divine? Divine, а, Divine это моя. Точно, точно. Повышение.
Я что-то заблудился. Так, ну еще один диванчик, и можно, в принципе, идти дальше. Дальше это с Акаши драться? Да. А и так уже 43 минуты бегаем. В смысле, не успел повесить? Постою в станах, я понял. Я вот так сделаю. Возможно, имеет место быть на этого. Господи, как же. На Underworld немного в магию еще поддобавить. Прибежишь на Акашу? Че, Акаша все вместе, блин? Я чем-нибудь пока со скиллов поищу, может, что-то будет интересное. Так, ну ты пока АФК, я хочу проверить. Добежал? Хераси. Нет. Блин, ловкости в урон, говно еще то. А где она вообще у нас? Вот здесь. Вот. А, да, вот. Это вот у нас. Ой, надо команду прописать, лагая дико. Когда ты ее уже давным-давно забыл, блин. И внезапно понимаешь, что начинает лагать именно из-за нее. Все, прекрасно. То сейчас на Акашу посмотрел бы, мне плохо стало. Что за команда? А, в закрытом, закрепленных, чтобы большое количество хп не отображалось. Я понял, почему. Консоль, да? Ну, консольная здесь команда, там посмотри. Консоль не работает. Но без консоли тут никак. Залезешь? Ты можешь на своем, да. Очень долго прожимает свои кнопки, и это прям нас раздражает. Можешь взять какую-нибудь робу, она очень сильно ускоряет прожатие. Потом ты все беседы сейчас пропустишь. Я не могу на нее затреть. А, ну это да. Хотя вроде у вас там уже шлепка осталась. Она прям легко падает. Я ну куб. Так, ну что хочу сказать. В принципе, герой играбельный. Попробуйте кто-нибудь в комментариях, напишите, как у вас получилось с, возможно, какой-то наполовину магической сборкой, потому что это первый скилл автоматом сыпется, и в то же время еще и стакается он, например, какие-то стаки увидел. Я просто не сильный игрок за Underworld и не могу с уверенностью сказать, как это работает в обычной игре, но в принципе выглядит сочно и интересно. Пробуйте, пишите в комментариях, как вам вообще кастомка, как вам этот герой, за кого вы любите играть, а я с удовольствием это все почитаю. На сегодня все, здесь был, как обычно, Имба, спасибо за просмотр и пока-пока.